Добрый день, друзья! Сегодня я к вам с новинками нашего магазина. Ежемесячный розыгрыш лотереи Джулидо, и, наверное, начну я с него. Это количество участников, которые прислали свои работы в этом месяце. Я сейчас их туда положу. И они полежат там до конца этого видео. Оставлю их на сладкое. Итак, что нового сегодня хочу я вам показать. Во-первых, у нас в магазине есть сейчас выбор бордюрной ткани, бордюрной новогодней ткани. Как вы знаете, с бордюрной тканью очень легко создавать простые проекты, салфетки, дорожки. Посмотрите, как она выглядит. Рисунок есть крупный, очень такой подробный. Зимняя сказка изображена, новогодняя елка, домики, все это в снегу. Есть вот такая ленточка. Цветочки, ягодки, фонарики, все такое вот интересное, довольно в натуральном виде это показано. Дальше идет мультяшный вариант, может быть, для детей, может быть, вы настолько верите в сказку и в чудо, что к вам придет она домой, из нее тоже можно сделать очень хорошие варианты. И классический вариант бордюрной ткани — это классический зеленый в сочетании с красным и с золотом. Каким образом используется бордюрная ткань? Как вы видите, направление рисунка у всех вариантов продольное. Вы можете использовать его целиком, вырезая треугольники, сшивая их потом в шестиугольники, в круги, в длинные дорожки. А можете использовать эту дорожку самостоятельно. Как? Вырезаете вот этот вот широкий сегмент, окружаете его блоками, и у вас получается проект очень хорошего панно или одеяла. Узкие элементы тоже можно использовать по периметру. В общем, приложите вашу фантазию, и я уверена, у вас получится отличное изделие. Все мы понимаем, что в Новый год к таким красивым тканям у нас есть еще и специальные нитки. Нитки золотые, у нас их сейчас большое количество. И кроме золота есть, конечно, и другие цвета. Я их выставила вот таким вот образом. Единственное, они в упаковке могут немножко бликовать сейчас на лампе. Но это вышивальные нитки. Ими можно выполнять вышивку, можно выполнять стежку. Неоднократно мы выполняли ими какие-то стеганые изделия. И в качестве примера я даже повесила сюда образцы. Вот смотрите, это темно-желтый, желто-золотой цвет. Можно поймать блик? Нет? Не получается на видео? И вот здесь вот акцентом на темном фоне, на однотонном темном тоже золотая нитка. Здесь золото идет вот такого оттенка, такой желто-серый, я бы сказала, золотой. Как вы видите, оттенков несколько. Можно любое изделие на Новый год простегать этими нитками, и вы получите дополнительный блеск и ощущение праздника у вас в доме. И у нас есть специальные новогодние наборы, про которые я сегодня хочу рассказать. Новый набор, можно сказать, это премьера, да, можно сказать, что это дебют. Набор от Ларисы Кот, это новогоднее панно. Как всегда, у нас полностью идет подробный эскиз, описание. И как вам все это собрать, аппликация в натуральную величину. У нас к этому эскизу есть набор, вот такой красивый, посмотрите. Сразу девочки мне сюда положили нитки, потому что ко всем наборам девчонки в магазине всегда предлагают еще и подобрать нитки. Можно всю палитру, можно только те, которых у вас нет, или, например, зеленый, красный и белый. Да? Белый фон, белая фоновая ткань и вот такие вот маленькие лоскуточки. Давайте я их пролистаю, покажу. Какое разнообразие красных. Дальше у нас пошли зеленые. Все рождественские новогодние цвета, золото, конечно, из которых у вас получится прекрасное панно. Стоимость набора 2450 рублей. Дополнительно вам предложат еще наполнитель и ткань бэка, плюс еще 450 рублей. Ну и, конечно, нитки, а дальше вам уже самим решать, сколько брать. Еще у нас есть один новогодний набор. В прошлом году мы делали его со Светой Блохиной. Вот такая круглая дорожка, называется «Зимняя сказка». Стоимость этого набора 2100 рублей. Здесь включено все ткани, наполнитель, флизофикс для создания аппликации. И тоже у нас идет эскиз
очень подробный, практически мастер-класс в PDF-формате. Но это еще не все чудеса, хочется вас порадовать. И мы уже начинаем еще добавлять вам скидки, да, скоро Рождество, еще будут скидки. Но у нас есть прекрасные нитки Розант, мы про них немного забыли в новогодней суете и вообще. Это нитки, которые предназначены специально для стежки, то есть специально для работы на высоких скоростях. Давайте я их вот сюда выложу. Они имеют полиэстеровую сердцевину и хлопковую оплетку. Благодаря этому нить, она очень прочная и смотрится в изделиях объемной и такой мягкой. То есть нитки специально для стежки. Намотка 1000 метров. Стоимость одной катушки 500 рублей. Вот сейчас мы даем на них скидку, можно купить за 450 рублей. Лежали они у меня в корзинке, которую я шила сама, кстати, на мастер-классе «Веселый ролл». Ну что, новости коротко я вам рассказала. Стоимость всех тканей, уточняйте, у девчонок она немного разная, и мы переходим к розыгрышу. Я напомню, что розыгрыш лотереи «Джулидо» проходит у нас каждый месяц в течение года. И закрывать год у нас будет лотерея в январе. Еще в декабре вы успеете прислать ваши работы. Что для этого нужно сделать? Ну, чтобы поучаствовать, да? Вам нужно купить у нас набор, который состоит из нашей ткани, сшить изделие и сделать публикацию с фотографией. И все. Вы присылаете публикацию нашим девчонкам, они вам выдают номерок, записывают вас в списке лотереи, и ваш шарик оказывается в этом барабане. Мы начинаем участие с января, и весь год участники имеют шанс выиграть. Посмотрим, кто выиграет сегодня. Приз в лотерее 5000 рублей на покупки в нашем магазине. Вы можете потратить их куда угодно, на любые покупки в нашем магазине. Рука свободная, покажу, а то каждый раз меня спрашивают, а вдруг вы подслушиваете? Все, шарик в руке. Морковина Людмила, витраж «Снегирь», подушка. Вот. Я думаю, фотографию девчонки потом опубликуют. Сегодня, да, попал шарик? Вот девчонки говорят, сегодня, вот только сегодня мы добавили этот шарик. Очень удачливая Людмила оказалась. То сегодня попали и прямо сразу же выиграли. Вот, поздравляем Людмилу, а у всех остальных есть шанс тоже принять участие в розыгрыше. На сегодня у меня все, но это не все новинки и скидки в этом году.